Purvaya Gaurachandraya Radhikarastadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tathagatvaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Sri Gauravakarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Sarvapratham Adhyayam Sri Srimati Vinayaka Sridhar Goswami Guru Maharaj Ki Jai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham Adhyayam Sri Srimati Vinayaka Sridhar Goswami Guru Maharaj Ki Jai Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны Гурудеву. В течение последнего месяца мы слушали Упадишамриту. Мы слушали, как Шримад Махапрабху был погружен в настроение Шримад Радхарани. И когда он читал, читал Чатхарапад как Гириш Гварка на Кентат ему и пришел экстатические эмоции. Все преданные тогда окружали его. Наставление. Тогда Шримад Махапрабху, когда пришел в сознание, он дал свои наставления, потом назвали Падишамриты. Рупа Госвами собрал все эти наставления и составил эту книгу Падишамриты. Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами хорошо перевел это на хинди. И первая шлока из этой книги Вачо Вега Манса Прабдха Вега. И вторая шлока Атихара Прясаща. Первую шлоку мы послушали, а вторая шлока сейчас мы услышим. Итак, Атихара Прясаща. Атихара — это... Шлока причисляет все вещи, которых нужно испекать в бхаджане. Атихара — это значит чрезмерное накопление. Атихара указывает на жадность, на жадность желудка, языка, например, собирать больше, чем нужно, еще есть больше, чем тебе нужно. И это не только касается не только желудка, потому что мы можем быть жадны всеми органами чувств. Например, мы можем глазами смотреть чрезмерно на какой-то объект, наслаждаться чем-то материальным. Например, мы знаем пример с Ажамилой. Аджамил. Как он как бы прервал свой, видел недозволенное, видел, как общается проститутка с одним человеком, вся его жизнь была, как бы поменялась, он стал самым большим грешником, или как Абхимала Мангал Такур, он был привязан к девушкам противоположному полу. И как наши уши тоже тело Атихара, как наши уши жадно впитывают материальные вещи. Мы знаем пример, связанные с Бхакти Прагьяшем, с Махараджем. Mm-hmm.
И один папа же однажды пел мелодично, а о, Харинаму нараспев. И Бхактипрагьяна Шрила Самхара сказал, что мы за это время, что ты распеваешь одну мухамантру, мы могли уже прочесть много раз, повторить много раз святых имен. Поэтому наши уши не для того, чтобы наслаждаться материальным звуком, не связанным с Кришной. И язык тоже может быть подвержен атихаре. Надо просто наслаждаться большим числом вкусов, стремление наслаждаться этим. Например, история Бхактисаранги Госвами Махарадж, как он брал прасад, он смешивал все блюда, которые ему давали. И когда мы спрашивали, почему так делать, он отвечал, что я не хочу потворствовать своему языку, наслаждаться различными видами пищи, я все смешаю в одно блюдо. И Гурудев говорит, что однажды Бхактисаранги Госвами Махарадж приехал в Матхуру. Во Вриндаване в то время не было Мадха, и все приезжали в Матхуру. И уж Бихари Прабху тоже был там. И Шрила Прабхупада Шакти Махарадж. И что Приманда Прабху делал-то? Он добавлял чили и больше специй в какие-то блюда. И Бхактипрагьяна Шрила Самхара Махарадж однажды сделал бхакти-кусум шраван, Госвами Махарадж также был там. И Бхактисаранги Госвами Махарадж, он, когда кушал прасад, он пребывал в особом настроении, погружался, он сосредоточен, ел прасад. Он медитировал на то, что прасад остался от Кришны Шримати Радхарани, это раздает всем своим подругам, манджари, все кушают остатки пищи Кришны и Шримати Радхарани. Кунч Бихари Прабху когда говорил, что ну там недосолено или чили мало, то Бхактисаранги Госвами Махарадж говорил, что ты как бы чего прасад вкушаешь или ты материальные вкусы вкушаешь. Пока что-то не предложено Господу, мы не должны есть это, что мы делаем обычно. И более того, когда мы вкушаем прасад, мы обращаем внимание на нравится нам, не нравится, досолено или нет, достаточно ли специй или нет. Но человек, он может с другим настроением пробовать. Например, он может готовить для Господа и пробовать перед предложением, достаточно ли специй и соли. Но когда человек пробует перед тем, как предложить божествам, он берет чуть-чуть на язык, он как бы не глотает это. Он не, ну, просто попробовал, например, на соленость, на наличие соли, и потом выплюнул сразу же. Если блюдо нормальное, с достаточно соли, например, то можно предлагать божествам. И затем можно пополоскать рот водой. Но это человек, если это делает для Господа, чтобы Господу было приятно, то в этом нет оскорбления. И Бхактисаранги Госвами Махарадж говорит, что если что-то было предложено Господу, то вот эти рассуждения, мало соли, мало чили, они как бы неуместны, это оскорбление. Все, что было предложено Господу один раз,
И вот на Патиаре Касаи Махараджи ему предлагают, например, какое-то блюдо вначале. Несколько блюд он смешивает их, если потом ему что-то приносит, он уже как бы не ел это, потому что он погружался в то, что ел смешанное блюдо, которое взял. Махапрасада Говинда Намабрамани Вашна. Тот, у кого не хватает благочестия, у кого не хватает веры, он не сможет как бы с уважением относиться к Махапрасаду. Но человек, который вкушает прасад, он медитирует на то, как Радхарани готовила для Кришны, как Кришна вкушал, и как всем это пришло к Шримати Радхарани, та раздала своим подругам и Манджари. Вот мы ставим пример Шримати Гусайи Махараджа, Вамана Гусайи Махараджа также. Вамана Гусайи Махарадж, например, все прасад, тот прасад, который давали. Он ел, когда не говорил, недосолено ли, надо перчено. Но если шел на рынке, если не хорошо, если просад был плохо приготовлен, недосолен, то он ругал повара. Итак, в чем вывод Шрилы Бхактивиданты? Шрила Нарайана Гусайи Махараджа обращал внимание на вкусы и жаловался. То есть разное настроение Бхактивиданты. Вамана Гусайи Махараджа говорил, кто я такой, чтобы предъявлять претензию к Махапрасаду. Тут как бы Махапрасад, есть Махапрасад, какой бы вкусом он не обладал. Шрила Нарайана Гусайи Махараджа имел другое настроение. Он обращал внимание, хотел, чтобы все идеально было в служении Господу. Поэтому он ругал повара, если просад был плохо приготовлен. И мы слышали пример слона. То есть дальше Атиха разбираем, как человек прикосновением, как наслаждение прикосновением неблагоприятно для бхакти. Например, со слоном. Как слон попадает в ловушку? Охотник тренирует слониху, чтобы та шла, она касается слона, трется и заманивает его в яму, где затем слона морят голодом и использует там в своих целях. Таким образом, вот это стремление наслаждаться касанием также приводит в ловушку живое существо. И вообще в этом материальном мире мы видим, что все занимаются в основном тем, что пытаются накопить какие-то блага. Мы слышали историю о том, как человек, у него было 99 монет, и он хотел еще одну собрать. И для этого тратил очень много сил, энергии. Гурдев говорит, что Шрила Нарайана Гусайи Махарадж говорил, что нам нужно иметь только то, что нам нужно для поддержания тела. Но иногда мы думаем, что вот я соберу для детей, например. Гурдев говорит, нет. Нет. Это тоже неправильно, потому что если ребенок хорошо воспитан, если он благочестив, если он разумен, то он сам сможет заработать необходимое количество денег. Вот я вчера рассказывал с преданным человеком. И человек в казино проиграл миллионы. 35 крор. Это сколько?
350 миллионов рупий он проиграл в казино, в азартные игры. Так, в конце концов, этот человек, который проиграл столько денег, это привело к тому, что отцу пришлось продать всю свою собственность и рассчитаться по долгам с ним. Гурдев еще одну вещь говорит, что даже если вы накопили там миллионов, 50-70 миллионов, сколько вы возьмете с собой на тот свет, момент смерти? Ничего, ни капли не возьмете. В то время как, если вы привязались к патронизму имени, если вы развили отношения со святым именем, то вы как бы то, что повторяли, все останется с вами на вашем духовном как бы счету. Поэтому вот это качество атьяхара набирать, накапливать больше, чем необходимо, оно вредит бхакти. А мы видим, что гуру вайшнавы мы видим, что они строят матхи, они собирают также деньги. Что же они делают? Зачем они? Они это делают для так уж для преданного служения, чтобы не было чтобы не прерывалось служение. Почему? Чтобы Господь — наше главное богатство. Люди этого материального мира, они хотят наслаждаться лакшми, наслаждаться деньгами, да, богатством. Но лакшми, богиня лакшми, она принадлежит Камурна Нарайне. В читании Чайтрамати говорится, что Кришна Сампати Лутья Кай, что он чистит драгоценности для Господа Джаганнатхи. Итак, лакшми, если лакшми использовать, благосостояние использовать для служения Господу, то это правильное использование. Служение Нарайне. Использует лакшми, служение Нарайне. Шилок Нарайн Госвами Махарадж, например, он Навадви построил большой мат. И другие матхи. Итак, Махапрабху, он проповедовал повсюду. Да, Санкиртана. И он сказал, что мое имя будет повторять во всем мире, в каждом уголке. Шрила Джаганнатас Бхакти Махарадж. Бхактивинода Такур. Бхактивинода Сарасвати Такур. Они проповедовали по всему миру. И распространили святое имя по всему миру. Шрила Парагьянки Шрила Махарадж. Например, наверняка видели, что Мадхава Парикарикаму у нас в матхе собирается огромное число людей, как океан. Поэтому Кешава Гусай Махарадж также построил Деванада Гауди матх и собирал для этого деньги, через него проходили деньги, чтобы не останавливался процесс парикрам, потому что это проповедь, это желание Махапрабху. Если вы собираете больше, чем необходимо, тратите на это силы, затем вам еще больше надо усилий, чтобы это охранять. Итак, прояс, вторая вещь, неблагоприятная для бхакти.
Проят, значит, чрезмерное усилие. Например, если попытаться достать рис из шелухи, взяли рис, отделили от шелухи, и снова пытаются от шелухи, из шелухи выбить еще рис, но там уже нет риса. И поэтому прикладывать чрезмерные усилия в обретении материального богатства, материальных благ, это то же самое, как пытаться извлечь рис из шелухи. Прежде всего, я предлагаю свои поклоны на этих Шакуру Шри Бхакти Шри Бхакти Гусайми Махараджа, Мушек Шакуру Гусайми Асхуру Шри Бхакти Нарайан Гусайми Махараджа, всем Вайшнавам Вайшнавам. Много взяли, получили наставление из Упадишамриты, и очень многие преданные спрашивали вопросы, в том числе по Упадишамрите. И эти вопросы Бхактисиддханта Сарасвати отвечал на них, и они были собраны, эти вопросы и ответы в книгу. Итак, очень много сомнений приходит на ум. Какие мысли, приходящие к нам? Вопрос, который задали Бхактисиддханта Сарасвати. Там в ум приходит много разных мыслей. Какие мысли приносят нам наибольшее благо? Прабхупада ответил, что все, что мы видим в этом материальном мире, мы должны думать, что все, что мы смотрим, мы должны смотреть под углом зрения, как мы это используем для служения Господу. Мы не должны думать, как я буду наслаждаться этим, как я буду это использовать для себя. Например, идем на рынок, и фрукты по сезону появились какие-то вкусные. Мы не должны думать, что «О, вот я сейчас куплю классных фруктов себе». Нет, нужно думать, что я куплю, выберу самые лучшие фрукты, но для Господа, даже если они стоят немножко дороже. Не нужно покупать слишком много, но появились
по сезону, можно, даже если они дорогие пока, все равно можно немножко купить для атак уже. Если вы, допустим, у вас видели очень хорошее, красивое сари, качественное, имеется в виду одежда для божеств. Кто-то увидел хорошую одежду для божеств, которая реально понравилась. Даже если у божеств очень много одежды, уже не нужно думать, а и так много, то все равно нужно для удовольствия Господа купить эти одежды для божеств. Поэтому на все в этом мире нужно смотреть как на объект служения Господу. И если кто-то увидел, например, красивую обстановку интерьера у кого-то дома, тоже думает, о, я тоже алтарную комнату устрою. Или у кого-то кондиционер дома есть в спальне, а в алтарной нету. Первым делом нужно кондиционер алтарный ставить уже потом себе в спальне. Прабхупада говорил, что все, что вы видите, мы должны думать, как я это буду использовать в служении Такур же. Вишванатх Такур, он давал этот пример. Например, если вы свое тело, ну, если вы красиво одеваетесь и крутите стекло из зеркала, рассматриваете себя, то естественным образом отражение будет красивым. Для вас не нужно отражение украшать. Если вы красиво одеты, но против зеркала, то отражение само по себе естественным образом будет красивым. Итак, главное это одежда для такой же. Если мы украшаем такой же, если мы божества одеваем красиво, если мы обеспечиваем им хорошую пищу, хорошую атмосферу, обстановку, то естественным образом у нас у самих все это будет очень красиво и комфортно. Поэтому не нужно думать, что вот я себя должен организовать все качественно. Это такое настроение для себя Бхога Будхи. Его нужно стараться избегать. Следующий вопрос Прабхупаде. Кто-то спросил, как достичь Господа. Если вы хотите обрести... Если мы знаем, что если принять прибежище, достичь Господа, то все наши проблемы исчезнут. Поэтому все хотят на самом деле обрести бхакти. Прабхупада ответил, что нужно быть полностью предавшимся, то есть не нужно иметь своих независимых желаний, своих независимых материальных желаний. Прабхупада отвечает, да, обрести Господа можно преданием. Предание — это значит шесть видов предания, шесть видов шаранагати. Принимать то, что благоприятно для бхакти, отвергать то, что неблагоприятно. То есть нужно делать вещи, которые делают счастливыми гуру вайшнава. Шивхараги Сима Хараш говорил, вы видели Господа? Нет, мы не видели Господа вживую. Как можем услужить Ему? И он сказал тогда, гуру вайшнава служить нужно. Если наши действия радуют гуру вайшнав, то Господь автоматически доволен. А если наоборот мы делаем то, что не нравится гуру вайшнав, то Господь также не будет доволен этими действиями. Итак, изначально гуру счастья, гуру вайшнав должны быть в приоритете.
Поэтому человеку нужно оставить такое настроение, когда он думает, я... Когда ум говорит, сделай вот это для себя, делай это для себя, то нужно игнорировать позыв ума, стараться максимально сделать гуру вайшнав радостным. Прабхупада приводил пример с коровой. Если корову продали, корова, она же не думает сама о своем пропитании, ее продали, и хозяин заботится о ней. Мы, как эта корова, которую продали, Господь, Он полностью отвечает на то, чтобы у нас все необходимое было. И нам не нужно прикладывать для этого какие-то отдельные усилия. Поэтому такое настроение называется преданием. Шесть видов шаранагати. Принимать, что будет приятно, отвергать то, что неблагоприятно для бхакти. Надо иметь полную веру, что Господь защитит. То есть кто-то... То есть кто-то думает, вот, Гурудева нет, кто же позаботится обо мне, Гурудева нет рядом, я должен сам позаботиться о себе, нет. Если у вас такое настроение, значит у вас нет баджана. Гурудев всегда присутствует с нами. Если вы совершаете баджан, если вы следуете бхакти, то у вас всегда будет настроение о том, что Господь поддерживает все живые существа, меня в том числе. Защищает, поддерживает. Человек может всю жизнь копить деньги и потом просто помереть. Все эти деньги, они останутся просто, никак не используют. И просто они как бы бесполезны. Но если человек деньги, например, вкладывает в служение Гуру Вайшнава, то это принесет им благо. Поэтому деньги нужно использовать в служении, так уже в служении Гуру Вайшнава. Не копить для себя. И таким образом человек показывает, что Господь, он как бы уповает на Господа, что Господь защитит меня, Господь поддержит меня. Тогда человек может делать баджан. Шрила Бхактинаранга Свами Махарадж У него было очень много севаков. Что даже некоторые севаки жаловались, когда же у нас будет шанс послужить Шрила Гурудеву. То есть некоторым не хватало возможности, не было возможности служить. И преданные молились, о, пожалуйста, позволь нам служить вам. В последние дни жизни Шри Махараджа 4-5 севаков все время были вокруг него. Почему так о нем заботились? Что Господь это устраивал, потому что если человек совершает баджан, то Господь максимально сделает, чтобы человеку было комфортно. А,
И с таким настроением нужно повторять харинам, уповая на Господа, не на свои собственные, не на свою собственную квалификацию, собственный разум и так далее. И это называется смирение. А нет, это называется верить, что Господь защитит и поддержит. Затем пятое — это шаранагати, от маниведана. Да, считать себя смиренным, недостойным, на самом деле, милости Господа. И шестое — от маниведана, полностью отдать себя в служение Господа. Вот такое настроение называется шаранагати. И это настроение, когда нету лицемерия в баджане. Прабхупада говорил, что если человек, предавшийся Кушайсе, у него нет лицемерия, то тогда он будет прогрессировать. За одну жизнь он сможет обрести Господа. Прабхупада говорит такие важные вещи. Прабхупада говорит, что тот, кто служит Господу 24 часа в сутки, в служении Господу, если кто-то слушает Харикатху, человек, который 24 часа в сутки служит Господу, кто принимает такого человека дикшу, прибежище у него, то такой человек достигает высшего блага. Но тот, кто сам не совершает бхакти, у кого нет реализации, они просто пересказывают то, что написано в книге, то их харикатха, она не принесет блага. Те, кто совершая бхакти, долгое время практикуют бхакти, они получают реализацию, получили даршан Господа. Если мы общаемся с такими святыми такого уровня, то мы тоже сможем обрести даршан Господа. Поэтому всем нужно прикладывать усилия, потому что путешествие, мы как человек знаем, что путешествие среди 8 миллионов 400 видов жизни, мы обрели это редкое человеческое тело, которое можем потерять в любой момент. Поэтому надо все время использовать в саду санге. Все время мы должны стараться служить Господу, совершать бхакти. Если вы так проживете свою жизнь, то ваша жизнь будет успешна. Потому что если человек потратил человеческую форму жизни, просто так пустую жизнь потратил, то в следующий раз Господь может и не дать это тело. Еще раз, Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж, он делал очень сильный баджан. Каждый день он повторял минимум один благ святых имен. И всю оставшуюся часть дня он был погружен в харибаджан. Он переводил книжки, писал книги, давал харикатху и так далее. И не нужно ждать, что когда-нибудь я позже начну баджан. Нет. Потому что сейчас тело работает, оно здоровое. И поэтому
Я не должен тратить время впустую. Я должен посвятить эту жизнь Харибаджану. Потому что в старости тело не работает, его поражают различные болезни, и человек нет возможности совершать баджан. Тело состоит из испражнений, крови, плоти, крови, костей и так далее. Поэтому не нужно чрезмерно ухаживать за ним. Тем не менее, это же самое тело вы можете использовать для служения Господу. Это прекрасный инструмент, чтобы совершать харибаджан. Поэтому надо этим заниматься. Только и в этом самом теле, уже в этом теле можете обрести Господа. Не думайте, что я буду позже сниматься баджаном, потому что следующую возможность может не быть, может, следующая жизнь может не быть в человеческом теле. Итак, даже мгновение не нужно терять без служения Господу. Нужно быть занятым служением 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И если мы таким образом делаем севу, живем таким образом, то если вы хотите повторять Святое Имя, то нужно также оставить настроение мукти, освобождение. И всегда нужно быть и оставаться в сатсанге. Например, вы сюда приходите каждый день и слушаете харикатху. Вы как с утра пришли, послушайте харикатху, и на весь день ваш ум, он одухотворен. Это как же как часы. Чтобы они тикали весь день, нужно их завести. Нужно ключом их завести, тогда они целый день, они будут. Или один раз зарядить часы. Таким образом, общение со святыми — это как подзарядка, которую нужно делать каждый день. Итак, Прабхупада говорил, что вот это настроение служения нужно, чтобы оно постоянно увеличивалось. Те, кто предавшиеся души, Господь выполняет все желания предавшейся души. Те, кто предались Господу, Господь никогда не оставит их. Мама Кунти, мать Кунти, она предложила своих пятерых сыновей Кришне. Она говорит: «Так, Кришна, прими, пожалуйста, моих пятерых сыновей. Теперь ты заботишься, прими заботься о них». Кришна тогда пообещал. Он сказал, что вся вселенная разрушится, но с твоими сыновьями ничего не случится. Поэтому Гурудев говорит, что Господь никогда не оставляет предавшуюся ему душу. Все, что ученик желает, Господь это выполняет. Если Господь защищает кого-то, то если Господь кого-то решил защитить, то кто сможет его убить? Если Господь кого-то решил убить, то кто сможет его защитить? Никто не может нас защитить, кроме Господа. Только Господь на самом деле может защитить нас. Поэтому Вишну Питаме было благословение оставить тело, когда он захочет. И никто не мог убить его. Пока у него было вот это кавача, это защита. Такие великие
войны были на стороне Кауравов, но не могли победить Пандав. Почему? Потому что Пандавы были на стороне Кришны. И никто не мог причинить Пандавам пол вреда, потому что Кришна был на их стороне. Поэтому если у вас есть полная вера в Господа, у вас будет всегда счастливы, у вас не будет страха. Например, Прохлад Махарадж, он был его отец Хираньякашипу завоевал всю вселенную, подчинил себе всех полубогов. Брама, Нарада, все пели киртан для Хираньякашипу. Он был настолько материально могущественным, в материальном смысле. Но Прохлада Махарадж был просто ребенок. И Хираньякашипу ничего не смог сделать Прохладе Махарадж. Почему? Потому что Прохлада был полностью предан Господу. Итак, если у кого-то есть полная вера, что Господь защитит меня, поддержит, то тогда Господь максимально заботится о нашем существовании. Но когда эта вера приходит? Когда я оставляю веру, как бы, потому что я оставляю позицию действующего. Я верю в деньги, я верю в свой разум, я верю в свои усилия. Но я не верю, что Господь поддерживает меня. Но если человек, на самом деле, ну и он в таком настроении, я действующий, у него испытывает кучу беспокойств и страхов. А если человек живет в настроении, что Господь меня поддерживает, защищает, то человек спокоен, радостен. Да, Господь никогда не сделает ничего плохого для души. Господь абсолютно благоприятен, благословен душе. Прабхупада поэтому говорит, что если человек предается Господу, то у него все будет в порядке. Все благоприятное придет в его жизнь. И его слава будет настолько велика, что нельзя будет выразить словами. Прабхупада говорит, что если... Поэтому настроение шаранагати, которое в уме у нас, если у нас в уме поддерживает настроение шаранагати, то это для нас высшее благо. То есть вопрос был, какие мысли лучшее благо приносит. Ну вот, настроение шаранагати приносит высшее благо. Hare Krishna. Hare Krishna, ha? Udarsana, sir.